jest dzisiaj z nami pani Guzel Yakhina. Ja ją pokrótce może przedstawię. Pani Guzel urodziła się w Kazaniu w 1977 roku. W 2015 roku opublikowała książkę Zulejka otwiera oczy i nagle okazało się, że wszyscy ją czytają. Zdobyła dwie wspaniałe nagrody, Bolszaja Kniga i Jasna Japaliana. Dwie wspaniałe rosyjskie nagrody literackie. Изначально появилась как сценарий полного метра на 180 минут экранного времени, то есть на 3 часа экранного времени. И у романа совершенно кинематографическая структура. Многие сцены в романе решены по законам кино, решены кинематографически. И примерно 70%, наверное, можно сказать, в романе от кино. И я вложила в этот роман все, что я знаю о кино, а не о литературе. Конечно, в романе есть главы целые, которых не было в сценарии. Конечно, не все кинематографические сцены конвертировались на язык кино. Но все же можно сказать, что роман «Зулейха открывает глаза» находится где-то на границе между сценаристикой и литературой. Она была взята мною из жизни. И Зулейха, моя героиня, путешествует по тому же маршруту, по которому когда-то проехала моя бабушка. Также временные рамки романа – это 1930 год по 1946, это как раз те годы, которые провела в ссылке моя бабушка. То есть время романное также было взято мной из жизни бабушки. Какие-то ее воспоминания, немногие, легли в основу некоторых эпизодов книги, но не более. Мне не было интересно писать историю маленькой девочки, выросшей в Сибири, а в случае с бабушкой это было именно так. Мне была интереснее история взрослой женщины. Мне хотелось рассказать историю женщины, которая внезапно получает второй жизненный шанс и проживает вторую жизнь, полностью отличную от первой. Вот такая задача была интереснее, поэтому история Зулейхи вдохновлена судьбой моей семьи, судьбой моей бабушки, но рассказывает все же о другом. Jednostka w obliczu wielkiej historii i to, co ta wielka historia robi z pojedynczymi losami ludzi. Да, совершенно верно. Я как раз так и определяю для себя пока главную для меня тему. Это история маленького человека и большой истории. Взаимоотношения маленького человека и большой истории. То, как разворачивается большая история, что она делает с маленькими людьми и что маленькие люди могут сделать с большой историей. Вот это вот соотношение маленького и большого, вот это развитие, становление личности на фоне исторических событий, это очень меня занимает. И мне всегда хочется, чтобы тексты мои, ну пока их всего два, чтобы они были все-таки больше о человеке, чтобы они были больше о личной метаморфозе, а историческое было на втором плане, но чтобы это дыхание большой истории чувствовалось и серьезная историческая основа тоже ощущалась. Вспомнила пани о литературе Łagrowej, и если возьмем эту литературу классическую Łagrową, то praktycznie cała jest pisana przez świadków, przez osoby, które tego doświadczyły. Ja jestem bardzo ciekawa, po co pisać tę historię raz jeszcze? Да, это очень хороший вопрос. И могу сказать сразу, что я, когда писала роман, готовилась к нему и писала, я запретила себе читать все, что было написано теми, кто прошел через это. Просто потому, что понимала, их влияние на меня уже есть, а если я буду перечитывать Шаламова или Солженицына, это влияние будет заметно сразу в тексте. Поэтому я себе запретила это читать. Я старалась читать только первоисточники. Я слушала свою бабушку, ее рассказы, я читала мемуары и воспоминания тех, кто был раскулачен, и читала исторические материалы. То есть я старалась работать с первоисточниками таким образом, как бы заходя в тему внутреннюю и глядя на тему изнутри.
Это был для меня единственный способ честно об этом рассказать. А я jestem też ciekawa bardzo, na ile ważne jest to, że ona właściwie rodzi się i zaczyna nowe życie, rodząc chłopca. Dlaczego nie mogła być to kolejna dziewczyna? Да. Вы совершенно правы. Роды – это ключевое событие в жизни Зулейхи. Если вы откроете книжку вот так вот, переломите пополам, то вы примерно и окажетесь на этой сцене. Для меня было важно, чтобы сцена родов была в центре повествования. Больше того, когда я писала сценарий, я как булавку воткнула вот в центр истории и сказала, что вот здесь, ровно посередине, будет сцена родов. Потому что именно в этот момент, когда у Зулейхи рождается ребенок и остается жив, именно в этот момент и происходит ее окончательный отказ от старой жизни, отказ от желания умереть. И что интересно, Зулейка остается по тем всем, что проходит, я имею такое впечатление, что она остается чиста. Pozostaje czysta, a też czytałam różne relacje kobiet w systemie gułagu, kobiet zesłanych, rozkłaczonych i w tym męskim świecie, dominującym męskim świecie, one bardzo często były ofiarami, również przemocy seksualnej. Zulejka, mimo że jest bardzo drobna, właściwie cały czas jest słaba, nigdy jakby nie dzieje się z nią nic, co mogłoby zakłócić tę jej czystość. Да, так и есть. Как я сказала, последняя часть романа, которая рассказывает о жизни вот этого таежного поселка Симрук, для меня это скорее такой манифест. Манифест о том, что люди понимают друг друга, и о том, что люди сбрасывают с себя предрассудки на границе между жизнью и смертью. О том, что там, в Сибири, оказываются вдруг неважными ни национальность, ни язык, на котором люди до этого говорили, ни какие-то классовые установки, а оказываются важны сами люди. И вот эта вот идея этого Ноева ковчега, вот этого, этой семьи большой, которая образуется, она была для меня важнее, чем описание такое детальное, очень подробное, очень реалистическое таежных поселений. A czym zajmowała się pani, zanim została pani pełnoetatową pisarką? No, sztatna pisatelnica, to takie słowo. Wряд ли sztatna, ja скорее просто писательница. A czym ja zajmowałam? Ja работала w сфере маркетинга i работала я в немецких компаниях. Я говорила, что знаю немецкий, Германия для меня достаточно близкая страна. Поэтому я работала в сфере никак не связанной с литературой. Просто в детстве, в юности у меня была огромная тяга к сочинению историй, и я мечтала поступать во ВГИК, и у меня любовь к кино вот через всю жизнь ее так пронесла. Так что вот такое было в моей истории. Очень много у меня было текстов написано всяких разных. А когда уже мне стало 30 с очень большим гаком, я поняла, что хочется хотя бы один роман написать. И вот, собственно, роман о Зулейхе писался как хотя бы один роман в жизни. А уж если его писать, подумала я, то нужно писать, конечно, хорошо, не так, чтобы самой было не стыдно, так, чтобы потом можно было вспоминать с радостью. Поэтому писала долго, писала тщательно, пошла учиться в школу кино, чтобы складывать истории, научиться. Ну, в итоге вот написала так первый роман. А так как первый роман был принят очень тепло и читателями, и издательствами в других странах, то есть переводов достаточно много вышло и выходит, то я подумала, ну ладно, может быть, написать второй.